Всем привет, ну а с вами Критман. И сегодня мы поговорим о таком ютубере, как Мистер Грейп МП. Давайте мы сейчас по-быстренькому просмотрим его канал. Вот мы уже подходим к вкладке о канале. И тут самое интересное, 574 тысячи всего просмотров и дата регистрации 27 августа 2020 года. А теперь давайте посмотрим последнее видео, которое вышло 11 часов назад. Прислушайтесь, это же азбука Морзе. Снова. Возможно, теперь с помощью этой азбуки Морзе мы можем разгадать код на этой чертовой клавиатуре, которая вечно за нами приходит. Для 5к подписчиков очень информативное видео получилось у него, знаете ли. Привет, дорогие друзья, с вами мистер Ютубер. Сегодня мы будем разбирать пасхалки в Милан Плейграунд. И первая пасхалка находится на карте с водой. Я ее случайно нашел. Это настоящая камера. Ее никак нельзя с ней взаимодействовать, ее нельзя зафризить. Но, вспоминая пасхалку... Ладно, короче, я так понял, что тут вообще ничего интересного не будет. Так что давайте перейдем лучше к фильмам. Давайте уже перейдем к самому интересному и самому ржачному, что я только видел в своей жизни, а именно его самое популярное видео. Так, когда уже ютубер выйдет из душа? А то я задолбался ждать. Ладно, посмотрю хоть новости, что там говорят. Всем привет, вы снова на новостях Арбузного. Сегодня я новый ведущий, так как мне сказали то, что предыдущего ведущего сожрали зомби. Ну, точнее, он превратился в зомби. Вот. Поэтому я буду вести программу за него. А мы снова в этой больнице. И тут снова проводят новые опыты. Я даже не знаю, что тут будут производить. Какие опыты даже. Так. Мы изобрели новый шприц. Этот шприц превращает Мелана в скелета. В живого скелета. Нам точно дадут премию в этот раз. Потому что раньше нам не давали премию из-за какого-то там тупого вируса. Но и тут дадут. Это я обещаю. Давайте же мы ее протестим. Ха-ха-ха. О, не трогайте меня. Тише, тише. Пленник наш. Ты же не хочешь, чтобы ты умер, а? Редко. Ладно, я вколол ему. Да, это полная жесть, я даже не знаю, что будет. Ладно, смотрите наши новости. Это пойдут точно. Зомби-вирус, который... Чувак, я не думаю убежать. По плану. Эй, всё. Работает! Ура! Работает! Работает! Чел. Да. Не кажется ли он вырывается? А! Нет!
главном. Или он вырывается! Не трогай меня! Чел! Погодите-ка! Погодите, мне что-то плохо. Ой, кажется, я тут пойду, да? Я же тут не нужен! Не трогай меня! Убить! Не трогай! Пожалуйста, убить! Восстание. Это видео с канала, у которого 5000 подписчиков. Вдумайтесь только в это. Такое произведение искусства не у каждого найдешь. Ладно, давайте уже раскидаем все по фактам. Во-первых, ну и самое понятное, что не заслуживает своих подписчиков. Во-вторых, мы можем понять по его видео, что ему от 8 до 10 лет. А может быть и меньше. В-третьих, монтажа 0. Только если надписи в каких-то фильмах. Звук – полное дерьмо. Ну а те, кто хотят поугарать сами, я оставлю ссылку на его канал. Можете переходить, смотреть его видео и деградировать. Ну а всем пока!